Челябинец обманул пенсионеров из Кировской области почти на 1 000 000 рублей. Мужчина устроился на работу курьером и забирал у старушек деньги. Что он рассказал на допросе, знает наш корреспондент. Аферисты действовали по старой отлаженной схеме. Мужчина звонил на стационарный телефон пенсионерам и представлялся сотрудником полиции. Мошенник сообщал, что их родственник попал в аварию и теперь его ждет уголовная ответственность. Но тюрьмы можно избежать, если старушка заплатит 800 тысяч рублей. Испуганные пожилые люди отдавали все свои сбережения, а приходил за средствами челябинец. Ну, вкратце объяснили, там просто берешь посылку, там лежит деньги, едешь до банкомата. Переводишь на карту. 10% тебе у меня остается. Челябинец в этой схеме был лишь посредником. Он приезжал по указанному адресу, забирал деньги и переводил их по номеру счета. За это он должен был получить 10% от криминального дохода. Но первую зарплату курьер-аферист так и не увидел. Его задержали полицейские. Теперь 20-летний житель Южного Урала может отправиться в отпуск на 5 лет. Сейчас он задержан, находится в СИЗО. Еще одного юного челябинца задержали в Сыктывкаре. Он также обманывал пенсионеров. Мне нужно было представиться курьером. Забрали денежные средства, которые она должна была передать ей, перевести их на неизвестный номер банковского счета. Таким образом, одна из бабушек отдала мошенникам 170 тысяч рублей, а вторая – 750 тысяч рублей. Курьеру обещали вознаграждение. Но челябинца вычислили в Сыктывкаре и задержали. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 5 лет тюрьмы.